На 92-м году жизни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев. Бывший руководитель СССР грубо нарушил статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана и издал незаконный указ о введении чрезвычайного положения и вводе военнослужащих в Баку. Он был главным организатором трагедии 20 января 1990 года в Азербайджане. Напомним, в ночь с 19 на 20 января 1990 года воинские соединения вокруг Баку без предварительного объявления вошли в город с 5 направлений. Танки и бронетранспортеры наезжали на людей и автомобили. Военные расстреливали всех подряд. В ту ночь и последующие несколько дней в Баку, Невчале и Ленкиаране были убиты 147 человек, 744 человека были ранены, свыше 800 арестованы. Кровавые январские события 1990 года в Баку вошли в историю как преступление, направленное не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества в целом, против гуманизма и свободы личности.